скажи что-нибудь Рите, чтобы она потом не делала, что я ее на камеру снимал. Ритечка, я тебя обожаю, я с тебя знаю не так много. Ну не так мало, ты знаешь, дорогая моя. Вот, я тебе желаю счастья, я тебе желаю друзей хороших, чтобы ты как бы, знала, с кем общаться. И, так, Филипп, войди. Как бы, то, что ты думаешь, то оно будет. Просто я тебе желаю большого стержня в жизни, чтобы ты шла по своей дороге, и то, что ты хочешь, оно у тебя воплощалось. Слушай. А я буду рядом, я тебя буду поддерживать, и ты меня тоже, надеюсь. Все, пока. Все. Теперь у нас это, следующий гость. Пока. Следующий гость? Хочет да. Сигарету очень. И прямо сейчас. Я ничего не вижу. Ваня, очень сейчас ты упадешь. Что ты делаешь? Ваня, ты, кажется, падаешь. Ваня, дай сигарету. Это бесценные карты. Ваня, если ты это покажешь перед мамой, я тебя убью. Так, у меня в левом кармане они, а ты зажала. Левый карман. Ну, они нет, они там зажали. Сейчас. Ваня, вставай и делай свой левый карман рабочий. Да. Оля, давай ты попытаешься пройти незаметно. Да, незаметно для Мария, оператора. Давай ты. Мария не может ничего, но уже меня просто уберет. Я не поняла. Я вообще не поняла. Да. Я не права. Не надо меня снимать. Должна быть секрет. Филиппова свинья. Набирала лед, сколько времени, теперь я разводил в нем сигареты, сейчас буду. Ура, наконец-то. Представляешь, как им мужчин приходится добиваться своего вообще, они такие тупые.